взял. Новосибирск главный. Тут всякие электрички, все такое. А вот там у нас раньше был магазин урожая, его на. Это новый торговый центр. Апельсин. А это гостиница. Новосибирск. Это вот новое здание. А вот это восстановленный ЦУМ, друзья мои. Вот такой вот новый ЦУМ. Строили. Раньше два этажа было, теперь совсем другое. Теперь, короче, три этажа. Вот. Ну и четвертый там. Этажик маленький такой сделанный. Магазин еще есть. Вот такой, как говорится, для всех. Тут баня, все такое продают. Можно, короче говоря, вот так вот купить. Покупать можно туда-сюда. Ну, сейчас уже закрыто, все. Не работает. Время уже позднее, все. И вот такая тут вот стена вот. Давай, создавай, добивайся своей цели, вот эти вот, все такое вот. Будущее начинается сейчас. Все такая красота оформлена. Такой большой магазин. А там еще, там кафе, дельфин. Ну, так, сейчас, если что, покажу. Короче, тут такое кафе. Вы видите, такое кафе. Тупо. Наверное, охраняемая зона. Такой вот кафе. Красота. Можно, конечно, погулять. Зайти. Вот кафе. Можно сюда зайти. Ну, не знаю, сколько будет стоить тут посидеть. Дорожка, конечно, там такая вот набережная, это старая набережная, никто, конечно, на ней не ходит, не гуляет. Так вот, так, на Новгород, видите, а так-то классно.